Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Давайте посмотрим, девочки, забыл ли он вас. Притяните в расклад вашего джентльмена и посмотрим, забыл ли он вас. Приходите, девочки, пишите в WhatsApp, есть акции на расклады, на диагностику негатива, здоровья. Приходите. Вернее, пишите. Итак, забыл ли он вас, да? Да не дают ему забыть вас. Каждый раз кто-то да напоминает, девчонки. Вот он, джентльмен. И никак он не забыл то счастье, которое испытывал. Ему не дают забыть. Есть люди, которые рядом с ним находятся, которые очень часто вас вспоминают. Не забыл, девочки. Я не знаю, что у вас там произошло. Скорее всего, да, как мне тут показали, были некие качели в ваших отношениях. Раскачивал-то, да, мужчина. То есть он был непостоянен, возможно. От этого, да, пришлось ему по кумполу-то трескануть, да, сказать, ага, давай-ка прекращай, либо, да, ничего не будет. Нет, девочки, здесь не забыл, но такое ощущение, что здесь некая... чувство мести тлеет в человеке от того, что вы либо отказали, да, либо не принимаете, где-то там потерялись, не отвечаете. Вот вы, да. Он вас видит молодой, красивой девушкой, неважно, сколько вам лет, да, и видит, что у вас есть выбор сейчас. То есть вы, может быть, вы можете быть и не одна, а может быть, да, человек где-то там поблизости видит, что вы одна, но выбор у вас все-таки есть. У вас может быть совместное дитё, либо что-то, да, что как ребенок, что-то у вас такое осталось, что тоже может принадлежать ему. Либо здесь еще может говорить о том, что мужчина надеется на обновление какое-то в ваших отношениях, девочки. Но мужчина здесь непостоянный на самом деле, об этом и говорит карта ручеек. Но навязчивые мысли о вас его не оставляют здесь. Девочки, не оставляют. Здесь, знаете, мужчина каждый раз, как палки вставляет в колеса ваши отношения, нож в спину. У него детское отношение к жизни, к людям, которые рядом. Он хочет, да, только чтобы вот он топал ножкой, было все, как он хочет, девочки. Забыл ли он вас? Да нет, нет, не забыл. Мне здесь показано, что у вас даже в сексуальном плане было что-то, чем вы его зацепили. Да, может быть, что-то там у него, ну, такое было оригинальное, да, и вот вы как бы подходили ему по всем параметрам. Вот здесь так говорится. Здесь взаимопонимание, но у вас с ним, да, вот вот все вот ничего, да, кроме его непостоянства. Вот. Прямо как-то вы с ним, да, вот прям вот в унисон бы пели, если бы еще человек, да, не был таким вот разносторонним. На соблазны, да, на всякий человек клюет. Так, ну ладно. А что именно-то он не забыл? Девочки, не забыл еще выгоду. Вы ему были очень выгодны чем-то, в чем-то. Скорее всего, да, можно было на вас здесь положиться очень хорошо. Мужчина, видите, как голову положил. Положиться можно. Вы так, кто поможет, никогда не откажет. Позвони он ночью, вы его заберете, да, откуда он там, где он там. Всегда поможете, ни денег накормите, девочки, это я образно говорю. То есть вы сильное плечо получается в отношениях, а не он, я ей говорю, как маленький ребенок. Чем еще заполнилось? Вашими яркими свиданиями. Вы могли просто о чем-то говорить, да, даже тут
дотрагиваться до друг друга не надо. Просто разговоры друг с другом уже будоражили и возбуждали ваш мозг. Вам было очень приятно. И планы, которые строили, да, вот эти вот планы рисовали, что куда, да, куда полетим, куда сходим, что будет и так далее. Он считал, что он у вас на поводке. Он считал, что вы его чем-то привязываете очень сильно. Но, девочки, самое главное, да, что здесь человек все-таки помнит, это ваши кувырки, да, ваш синовал. Не, девочки, здесь кто-то постоянно ему о вас шепчет, кто-то напоминает вообще постоянно о том, что вы есть, постоянно. А может быть, ему кто-то говорит, что лучше у тебя не было, понимаешь, чем вот это вот. То есть здесь постоянно кто-то напоминает, что вот она у тебя была самая лучшая. Ну и последние карты, да, перетягивали канаты. Девочки, он вас не забыл. Будет ли еще что-то? Думаю, вряд ли. Здесь мужчина не появится. Мужчина здесь очень такой, очень гордый. Он так вот прям не вот никак ему, чтобы кланяться, да. Я вот такой хлопец, да, я ни в коем случае на поклон не пойду. Первая должна идти она. Но до вас он никак достучаться, либо докричаться как-то он не может. Даже, не знаю, может быть, какой-то там привет сказать, почему-то здесь так идет. Но, девчонки, здесь на самом деле встретились два одиночества, да, разожгли на дороге костер. Два сильных характера. У вас перетягивание каната, вас, вот прямо вот вроде бы все бы хорошо, да, но по каким-то вопросам прямо что-то. Такое ощущение, что какая-то такая тихая война. Вы в нем чувствовали характер, он у вас, и каждый пытался, да, как-то вот так вот немножко продавливать. Но что касается, да, отношения более такого нежного, закулисного, зашторного, да, там было просто все великолепно. То есть были моменты, когда жизнь казалась таким раем просто на земле. И не хотелось, чтобы время вот это заканчивалось, да. Не хотелось отодвигать шторку. Ну вот, девочки, забыл ли? Нет, не забыл. И вспоминает очень много нежностей, очень много. А еще самое главное, ему кто-то не дает вас забыть, кто-то.